Всем привет! Меня зовут Павел, мне 23 года, я из России, город Иркутск. И в настоящее время я учусь на втором курсе магистратуры по дизайну в университете Дунхуа. Институт текстиля и моды Дунхуа является лучшим в Китае. Мой кампус находится в центре города Шанхай, где царит модная и интернациональная атмосфера. А также это хорошее место для изучения китайского языка. Теперь мой университет Дунхуа примет участие в образовательной выставке HSK «Образование в Китае», которая пройдет 14 мая в Москве и 20 мая в Армении, в городе Ереван. И если вы хотите приехать в Шанхай, чтобы изучать китайский язык или изучать такие специальности, как модные коммуникации, дизайн одежды, дизайн художественный, экономику, торговлю и так далее, вы можете проконсультироваться с нашими преподавателями на выставочной площадке. И мы с нетерпением ждем вашего приезда в Дунхуа. Добро пожаловать!